делали то, что мы делали. Нам казалось это правильно. Вот, в принципе, и во многом повлияло на мою жизнь. Просто это часть моей жизни. Все, что я делаю в клубе, этим горжусь. Существовать вне клуба можно. Клубы люди серьезные. Такой трэш и чернуха, что я не хочу об этом говорить. Мне не нравится в целом. Не вступайте в этот клуб. Гаражниками были, гаражниками останутся.